дом номер 2 на Петровской набережной. По этому адресу располагается полномочное представительство президента России в Северо-Западном федеральном округе. Это ведомство обязано выполнять указы и распоряжения главы государства. Именно поэтому сюда были поданы необходимые обращения от моего имени. Первоначально с 2011 года на имя полномочного представителя Винниченко, затем, когда полномочным представителем президента стал Булавин Владимир Иванович, также на его имя были поданы необходимые обращения. Значит, что произошло впоследствии? Впоследствии мной были установлены возможные факты коррупции и также возможные факты совершения уголовных преступлений сотрудниками аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Говорю это уверенно и документально, есть подтверждение этому. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Значит, одно из основных документальных подтверждений возможного совершения уголовных преступлений сотрудниками аппарата полпреда является так называемое сокрытие и уничтожение, значит, обращений, моих обращений, и не только моих обращений, а обращений иных граждан. Соответственно, подаются обращения, заявления, они регистрируются, есть регистрационные номера, значит, имеются необходимые требования в резолютивной части, что, соответственно, я прошу, какие принять меры. После этого мы либо не находим вообще этих обращений, они исчезают бесследно, либо мы получаем отписки, ну, соответственно, немотивированные, пустые, бессодержательные, не по существу поставленных вопросов. Это юридически обозначает нарушение федерального законодательства, и как нарушение самого законодательства, так и возможно, еще раз подтверждаю, возможно совершение преступлений, таких как укрывательство тяжких и особо тяжких преступлений, служебный подлог, это исчезновение наших обращений и материалов, халатность и ряд иных возможно совершенных преступлений. Соответственно, я обращаюсь по телефону и письменно, ответа не предоставляется. Только что мы были в аппарате полпреда, где со мной отказались общаться. Значит, мы сейчас прибыли к зданию, где находится сам полпред Булавин Владимир Иванович. Постараемся сейчас получить какую-то информацию. В приеме мне отказывают уже 2 года. Только за последние 3 месяца на имя полпреда Булавина общественный обозреватель ОКНК подал 4 мотивированных обращения. В них содержались и просьбы сообщить о принятых мерах, то есть о результатах рассмотренных обращений. Но эти обращения бесследно исчезли, они попросту не дошли до адресата. То есть, я хочу объяснить ситуацию. Значит, увидев мою фамилию и, так сказать, поступившие письма, сотрудники аппарата отказались принимать их там, в аппарате. И, соответственно, вынуждены они были вручены на главпочтамте. Это подтверждение есть, оно будет документально подтверждено. Ну и, соответственно, на сегодняшний день, вот в марте были поданы первые, последние вот эти бумаги, и ответа нет. Подобное отношение к рассмотрению обращений вынуждает людей использовать иные методы достучаться до власти. Если полпред не идет к народу, то народ идет к полпреду. Просьбы о встрече, пусть даже и незапланированные, остаются безрезультатными. Наш представитель встречает на своем пути тройной заслон. Я, смотрите, подал вот последние жалобы, вот смотрите, вот они. Вы сюда-то пришли, так, не знаю, для чего. Молчание полное. Вас выслушивают, понимают, что вы по важному делу, но и вам дают понять, что пока помочь никто не в силах. Если близко воробей, мы готовим пушку. Если никому поверь, взять ее на мушку. Назначьте мне время приема, либо у Булавина, либо у Владимира. Я не уполномочен. Кто уполномочен? Сейчас вам назначить время. Кто уполномочен? Полпреда. Как? Поставить его в известность. Хорошо, заместитель. Учить кого? Вообще никого. Не бывает такого. Значит, отсутствие управления в Северо-Западном федеральном округе. Об этом будет сообщено. Вот. Да. Напишите, пожалуйста, очередное обращение. Написано обращение все. Ну и все. Значит, ну и все. Получите ответ. Привет. Ты кто такой? Давай, до свидания.